ближе ко мне, а я ближе к тебе. Привет, народ. Наконец-то у нас не совместный прямой эфир, а просто прямой эфир. Да, Зоя? Да. Спасибо. Привет, когда рожать? В марте. Я тут плохо вижу, почему. Нормально вижу. Что там? Привет, Волгограда, вы крутые. Привет, Волгоград, спасибо, вы тоже крутые в Волгограде. Спасибо. Да, а что тут острое в этом соусе? Чего? А что тогда остринку дали? Мне кажется, перец. Привет, привет. Короче, мы сидим в грузинском аресте. Данули мне организовала. Кушаем всякие, короче, грузинские приколюхи. Курю кальян. Пью, короче, хванчкару. Вот, очень кайфы, короче. Привет, привет. Спасибо за поздравления, друзья. Ой, для моих друзей все тоже. Мы будем в Черкасах через 5 часов. Приедем. Будьте вместе, плиз. Привет, привет, Виталий. Да, конечно, мы вместе. Но по-другому не получается. Привет, Нижний Новгород. Привет, привет. Друзья, я очень рад за вас. Спасибо за день рождения, Димоля. Светлана Калинова Роза, спасибо, спасибо, родная. Привет, Москва. Рад за вас, молодцы. Спасибо, да, она так изменилась, красота. Красота просто, да. Спасибо, рад, самый честный. И честный дом 2, с днем рождения, настоящий мужчина. Спасибо. Суперская, береги ваша большая. Привет из Волгограда. Привет, Волгоград, спасибо. Да, ну честно, я душу желаю, чтобы без разлуки. Спасибо. Нет, на дом 2 мы не вернемся. С днем рождения тебя, спасибо. Спасибо. Да, она очень красивая. Будьте самого лучшего вам. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ребят, вы знаете что? Мы сейчас прервемся. Так, Даночка говорит, шикарно, как всегда. Спасибо, такие прикольные, что нам за вас. Спасибо. Короче, мы сейчас прервемся и перейдем в данный прямой эфир. Так что заходите, прямо сейчас мы выходим с данного инстаграма прямой эфир. Так что давайте к ней все. Прямо сейчас.